Тенгелеевском районе будет построен новый завод. Глава региона Сергей Морозов принял участие в торжественной церемонии по закладке первого камня предприятия по выпуску сухих строительных смесей компании «Седрус». Этого момента мы не скрываем, ждали достаточно долго. Поэтому вдвойне радостно видеть, что мы все, и прежде всего, конечно, наши партнеры, как сейчас принято говорить, инвесторы, сегодня выходят на строительную площадку, и наши большие совместные планы начинают наконец-то сбываться. Я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить руководство компании и Сергея Владимировича вас лично за настойчивость, за огромное желание, за возможность реализовать свой амбициозный проект и за выбор нашего региона как место для строительства завода. Думаю, что в процессе своей работы вы успели убедиться в преимуществах нашего региона, в достаточно большом профессиональном таланте управленческой команды корпорации развития. Ну и в конце концов, в том самом комфортном деловом климате, о котором очень часто мы говорим на российских и зарубежных площадках, или про которые говорят наши европейские, российские партнеры. На новом предприятии будут изготавливаться сухие строительные смеси различного назначения, от простого бытового для ремонта жилья до высококачественных материалов для сложных технологических конструкций. Основным рынком сбыта станет Приволжский федеральный округ. Сенгелеевский район и Ульяновская область, Сенгелеевский район конкретно, характерен тем, что здесь сложились уникально благоприятные условия для развития промышленности строительных материалов. Здесь есть и все необходимое сырье, здесь есть площади, где можно размещать заводы. Здесь живут и работают высококвалифицированные люди. Но в Ульяновской области есть еще один немаловажный фактор, который привлек нас и привлекает инвесторов, привлекал и до нас, и я думаю, и уверен, будет после нас привлекать. Этот фактор – это та атмосфера, которую удалось руководству области создать на этой земле. Это атмосфера гостеприимства. Гостеприимство к инвесторам, к тем людям, которые хотят создавать, хотят строить, хотят развивать экономику региона и страны. И, само собой, очень приятно, что в лице губернатора и в лице руководства и не только области, но и района, поселения, мы встретили единомышленников. А когда в одном месте встречается желание и возможности, встречаются люди, которые нацелены на одно и то же, то всегда возникает синергия. И я уверен, что эта синергия, она дает и будет давать впоследствии импульс развития всей Ульяновской области. Мощность нового предприятия на первом этапе составит 250 тысяч тонн в год с перспективой последующего увеличения объемов производства. Инвестор вложит в проект 650 миллионов рублей и создаст 50 рабочих мест с ростом их числа в будущем до 130. Первый этап планируется реализовать к концу 2019 года. We'll be right back.